О, Йонхи, хочу убить. С русской озвучкой она более сучка. Нахожу твои шутки смешными. Блин, я не могу смотреть просто. 안녕하세요, 여러분. Всем привет, это Кёна. Я кореянка, говорю по-русски. Вы знаете, что ваша любимая дорама и моя любимая дорама это одинаково. Пентхаус. Подписчики мне отправили Кёна, мы смотрим это с русской озвучкой. What? Я посмотрела это вообще. Сначала очень смешно. И это для меня хорошо, для улучшения русского языка, особенно аудио. О, Йонхи, хочу убить. Это просто пипец, просто пипец. Я ожидаю, что такого пипеца больше не будет. А в следующей неделе офигенный пипец они показывают. Все корейцы нервничаем, мы не понимаем, наши головы болят. Но все равно мы смотрим. Уже все корейцы сдались. Ну, давай посмотрим, мы уже привыкли, а покажи больше кошмаров. И мои подписчики отправили с русской озвучкой. Поехали! Нахожу твои шутки смешными. Самодовольный урод. Ты оказался бы на улице, если бы не юридическая фирма твоего отца. Когда я слушаю этот голос, для врача Юнчоль 100% подходит. Если он родился русским, тогда у него должен быть такой голос. Видимо, считают, что это место им принадлежит. Купили землю, занялись строительством и продажами. Это так необычно. Тут голос одинаковый у адвоката и врача. Один человек отвечает и задает вопрос. Задает вопрос и отвечает. Сомневаюсь. Она очень занята. Когда я слышала этот голос, у меня по всем мурашки было. Очень холодный голос. С русской озвучкой она более сучка. Вряд ли она вечно занята. С низким голосом, то у нас такие девушки. А боя, она всегда кромко сирадана. Вот так. С очень высоким нотом, капричневая. Сурён. Господи. Давно не виделись. И тут очень хорошо говорил на корейском имя Сурён. Конечно, есть немножко чуть-чуть акцент, но очень хорошо говорили. Спасибо за приглашение. Это не голос Чжанте. Чжанте, он очень плохой. Его голос немножко высокий. Тут хочу просто ударить его. Но с этим голосом очень добрый голос. Чжанте очень плохой, но голос совсем добрый. Хотя живем в одном здании. Вы ведь знаете, насколько клуб Гера особенный. Голос мама Дени высокий тон, но она тут говорила, клуб Гера для нас это необычно. У нас в Корее есть косметика Хера, но как-то не понимаю, почему на русском произносится Гера. В Корее мы говорим Harry Potter, это Гарри Поттер. Поэтому, если вы говорите так, тогда корейцы не поймут. Она всегда хочет прийти, но я всякий раз ее останавливаю. Хочу, чтобы она была рядом. Наверное, это очень красивый парень озвучивает. Поэтому такой добрый голос, но суд Чжанте вообще не подходит. У вас слишком приятный и добрый голос. Это была первая версия, которую я посмотрела. А тогда посмотрим вторую версию. Утку по-пекински. Госпожа Чон. Когда мы в кругу... Тут адвокат как-то мама-бой. Он всегда ищет маму. И поэтому это актер специально как играет, как с няшностью. Но тут с русской озвучкой, я думаю, что немножко не подходит. Но это голос, наоборот, идет Мадуги. Учитель, школа. Утку по-пекински. Который очень хитрый. Я думаю, это ему подходит. Все равно неудобно называть такого учителя, как ты, по имени. Тогда тебе может показаться, что они тебя не уважают. Тут говорят, называть по имени это не уважение. Но у нас в Корее, да. Если вы называете по имени, особенно учителя, либо сотрудник, это грубо неуважение. Вы можете назвать по имени только между друзьями. Еще концепция в Корее друзья – это когда ровесники. Если один год младше, тогда тоже не можем назвать по имени. Когда пара встречается, девушка и парень, если парень старше, тогда девушка не может назвать его по имени, только может назвать опа. Дорогой.
Ты напился? Это тоже очень смешно было. Как будто реально русская девочка говорит. Не виделись. Спасибо за приглашение. Чуданте! Такой голос в Корее редко бывает из-за того, что я привыкла смотреть только на корейском языке, поэтому такой голос не могу. Простите, что так поздно пришли. Как у вас дела? Да, вот, это Ксурён, очень похож. Вежливо и приятно, и расковый характер. Каждый раз я удивляла смотреть с русской озвучкой. Это нужно было все перевести. И актеры, которые дублируют на русском языке, нужно прочитать и играть. Большой молодец. Для меня это впервые. Здесь очень здорово. Уюни наконец появилась. Ее голос очень милая и энергичная, поэтому такой сексуальный голос не привыкла слушать. Для меня это впервые. Я думаю, такой голос подойдет к Сожин, Чон Сожин. Спасибо, ты тоже великолепно выглядишь. Как он хорошо дублировал, честно говоря. Вот это с русской озвучкой больше идет к этому характеру, чем его настоящий голос. Очень хорошо идет. И как будто у него родной язык, это русский язык. Логан Ли хотел увидеть фонтан. Да, слышал, это визитная карточка дворца Гес. Как Чуданте и Логан Ли голос одинаковый. Но Чуданте слишком добро выглядит с этим голосом. Чуданте очень плохой человек, а Логан несправедливый и добрый человек. Дети, дети. Ты думала, я буду дружить с такой нищебродкой, как ты? Я тоже мило сказала, почему у детей такой сексуальный голос? Я не могу представить, как это сложно, так как одна девочка говорит, отвечает, вопрос задает, ругается и мирится, добрая, плохая, сучка, не сучка, поэтому ей надо пить много воды и много отдыхать. Обязательно нужно с экрана посмотреть, если просто голос, я не знаю, я путаюсь, это она говорила, а она отвечала, кто это, кто она вообще, все одинаковый голос и немножко трудно отличать. Убери свои руки. Отпусти меня. Иди сюда. Тупицы. Отпусти. Это без обиды. Просто это мне очень смешно. Там актеры, актрисы очень сильно ругаются, дерутся даже. Убери свои руки. Убери свои руки. Это такой добрый голос. Наверное, этот человек не часто ругается. Чуданхэ, Чон Соджин. Это ведь вы ее заперли. Отвечайте. Блин, такой добрый голос. Новости. Правительство только что объявило о реконструкции деревни Босок. Вау, когда я смотрела это, так чувствовала. О, если в России показывают новости о Корее, наверное, так говорят. Аджиси, я богата. Ну, как-то на русском языке не переводили это слово «аджуси». «Аджуси» на корейском языке переводится как «дядя». Это так смешно было. Я много смеялась. О, нет. Окси. Руна может остаться сегодня у тебя? Даже онни. Онни – это старшая сестра. Я кореянка, и когда я слушаю, как иностранка говорит, это так мило. Как будто ребенок говорит это. Хайон Чхоль. О, Йон Хи. Хочу убить их. Успокойся. Очень хорошо произносил их имя. Хайон Чхоль, О, Йон Хи. Хайон Чхоль. Чхоль – это сложно произносить, особенно для русских, потому что много моих русских друзей не могут произносить слова «о». «О». Они говорят «о», либо «у». «О» – это между «у» и «у». «О». Успокойся. Почему у вас такой добрый голос? Успокойся. Так интересно. Вот так я посмотрела дораму с русской озвучкой. Это для меня так полезно, когда я изучала русский язык. Аудирование – это была самая сложная часть. Но с русской озвучкой смотреть дораму – это так интересно. Наверное, они очень много времени потратили. Спасибо, что вы делали русскую озвучку. Мне тоже очень интересно было. Давайте ждем 3-й сезон. Давайте вместе нервничаем и голова болеть будем. Аня, пока!